Выборы в органы местного самоуправления стартовали в Дагестане. Голосование проходит в 4 городах – Дербенте, Избербаше, Кизилюрте и Хасавюрте, а также в 12 муниципальных районах и на Бештинском участке. Оно продлится 3 дня. В Дагестане в этом году 34 муниципальные избирательные кампании для участия в выборах своей кандидатуры выдвинули свыше 1000 кандидатов. В селении Шалип Чародинского района открылся избирательный участок. Здесь проходят дополнительные выборы представителей собрания депутатов муниципального образования. Будут замещены 3 депутатских мандата. Кроме того, жители населенного пункта смогут проголосовать и дома. В организации голосования примут участие 5 членов избирательной комиссии. За ними закреплено право решающего голоса. В список голосующих включены 177 человек. В селе Нововакское проходят выборы как главы села, так и депутатов сельского собрания. Здесь открыли 2 избирательных участка. Пункты расположены в районном доме культуры и Нововакской школе №1. В Ботлихском районе в этом году выборы представительных органов проходят сразу в 4 селах. Среди них Зило, Кванхидатли, Кижани и Тандо. Здесь будут разыграны 32 мандата. В выборном процессе примут участие более 1600 человек. Проголосовать они смогут в 5 избирательных пунктах. В Казбековском районе открылись 2 избирательных участка на выборы депутатов собрания муниципального образования. Проголосовать люди смогут как в самом селе, так и в прикутанном хозяйстве Алтунчик, расположенном на территории Бабаюртовского района. Будут замещены 11 депутатских мандатов. Всего зарегистрировано 18 кандидатов. За них проголосуют более 1300 человек.